Я смотрел шоу Академии Киберспорт Ситилинк. В принципе, все выпуски реалити-шоу делают про все, что угодно. Про любовь, про еду, про пение. В киберспорте также имеет место быть реалити-шоу, потому что раньше этот формат, в принципе, не использовался никем, и так или иначе это должно было прийти. Зритель может сколько угодно говорить, ну, там, реалити-шоу, что вы вообще делаете, там, что там за Дом 3 и так далее и тому подобное, но так или иначе он будет это смотреть, потому что ему внезапно окажется это интересно. Но тут важно знать, как это интересно подать. Ну, во-первых, это новинка. Это раз. Ну, всегда что-то новое интересно смотреть. Во-вторых, это одно из первых таких мероприятий, когда работают с молодыми командами и пытаются их как раз продвинуть в массы и так далее. Я думаю, это большой такой буст для всех игроков, которые играют сейчас и пытаются пробиться вот эти на вершины. Я думаю, что выиграет команда Ханта. 3-0, 3-0. В сухую, вообще без шансов. Привет, Йота-арена! Привет, интернет! 2 месяца мы смотрели, мы переживали, мы болели. И прямо сейчас, здесь, в Москве, в Йота-арене, гранд-финал Академии Киберспорта Ситилинк! В первую очередь, если говорить о реалити, что меня поразило? Меня поразило то, что до этого, про Дом 2, когда я слышал от разных людей, в том числе от тех, кто там работал, от тех, кто что-то слышал, там, ну и друзья друзей и так далее, там сценарий, там все по сценарию, всегда вот обязательно, им все прописывают тексты. Я думаю, так, ну сейчас мы будем, когда готовили шоу, сейчас будем сценарий писать. Не писали в итоге, и творилось просто такое, что я перестал верить людям насчет Дома 2 и реалити вообще. То есть все, что происходило там, ну, это было вот так. Это жизнь настоящая. Удивило то, что большинство людей думали, что это все происходит в реальном времени. Мы как бы особо и не скрывали, что мы записали и дальше выкладываем через неделю. Тот резонанс в сообществе, который это шоу вызвало, меня очень приятно удивило. И, конечно, круто, что так получилось. Хорошо снято, все очень круто придумано. И самое главное, действительно получилось, ну, такое не поставить. Команда Ласта — это команда с большой буквы, вокруг одного капитана, собранные ребята, может быть, не такие сильные индивидуально. Команда Годханта — наоборот, какие-то вот такие суперзвезды, которые хорошо играют, но с точки зрения командной игры, я так понимаю, там у них далеко не все хорошо. Если бы мне предложили, скажем так, поучаствовать в первом сезоне, я бы сказал, что, ну, может, не надо. Теперь, после того, как первый сезон подходит к концу, я очень горел бы желанием там, ну, хотя бы покомментировать вот финал. Ну, интересно, действительно интересно. И первой на сцену я приглашаю команду Skill! Команда Feel the Skill. ТТР Семен Мельник. ТМ Дмитрий Дорохин. Рейлга. Давайте поддержим команду Skill! ХНН. Еще громче, ребята! Первый. Евгений Аксенов. Feel the Skill. Feel the Skill, ребята, давайте похлопаем! И вторыми на эту сцену я приглашаю команду СТГП! Встречаем! Команда СТГП. Ланая. Владислав Маликов. Поддерживаем игроков, которые выходят на сцену! Дмитрий Рудник. Сид. Александр Сидоров. Уфир. Дмитрий Кашапов. Монза. Дмитрий Морозов. Stop talking, go play.
не только я, но и все профессиональные игроки совершенно точно смотрели за тем, как развиваются события, и, по крайней мере, игроки Virtus.pro смотрели все абсолютно точно. Я, пожалуй, вот просто расскажу о небольшой истории. Мы когда в конце ноября были в Барселоне на Весге, в этот момент как раз в финальный день вышел, по-моему, последний эпизод, один из последних эпизодов, и в какой-то момент я просто зашел вот в этот большой зал, в котором стояли там несколько десятков компьютеров, где как раз все играли, и увидел, что практически все русскоязычные игроки сгрудились у одного из компов и сидят, что-то смотрят. Я сначала не понял вообще, что происходит, подошел поближе и увидел, что там была очень сложная конструкция. Значит, у них на компьютере был запущен последний эпизод Академии CityLink. А поскольку не было динамика в компьютере, естественно, что это был игровой, то они параллельно на одном или на двух телефонах запустили то же самое видео, синхронизировали звук для того, чтобы использовать телефоны только в качестве динамиков. И абсолютно все, и игроки ВП, и игроки Нави, игроки Империи, игроки Team Spirit, которые там собрались и смотрели эпизод. И просто полностью вся сборная России, вся сборная Украины после финала турнира собирается вокруг одного компа и смотрит очередной выпуск Академии Киберспорта. И это, ну, это прям я стою со стороны и думаю, блин, ребят, а вам что, всем так интересно? Они, тюп, не мешай, дай нам посмотреть. То есть топовые игроки, Virtus.pro, Na'Vi и так далее, всем абсолютно это было интересно. И вот это, наверное, меня шокировало в первую очередь, и это понравилось в первую очередь. Благодаря этому шоу я очень сильно апнулся. Понимание, как нужно себя вести. Кашу с говном не сваришь. Очень многие игроки в СНГ, к сожалению, попортили свои карьеры из-за неспособности быть командным игроком, потому что у каждого всегда может быть не самый удачный день, и если ты говно, то долгой карьеры ты не построишь. Давайте встретим на сцене наставников команд Skill и СТГП Виктор Godhand Волков и Дмитрий Light of Heaven Куприянов. Встречаем! Наставник команды Skill Light of Heaven. Наставник команды СТГП Godhand. Пару слов буквально. Я хочу, чтобы вы пожелали команде соперников, ну и наставнику, конечно же, чего-то перед матчем. Это может быть удача, это может быть проклятие, все, что считаете нужным. Удачи, СТГП! Давайте похлопаем. Дима пожелал удачи соперникам. Витя, а что ты скажешь? Надеюсь, у них купейные билеты, чтобы удобно сегодня было домой ехать. Вот так. Я не ожидал, что настолько много людей начнет следить за шоу, переживать, общаться друг с другом, там целые темы на форумах и так далее, и так далее, и так далее. Я не думал, что настолько много просмотров будет. Я думал, что на реалити-шоу люди работают по сценарию, что ты приходишь, и тебе дают сценарий, и они играют свои роли. Когда я увидел вот этих парней, я понял, что да, это нет никакого сценария нигде, что это просто реальная жизнь, и просто разные люди, и, блин, почему-то народу это очень интересно. Приехал... пессимистически был настроен, я не верил, что это станет мне интересным, в принципе. Но когда встретился и познакомился с парнями, когда мы начали общаться, и уже на второй день я реально начал за них переживать. И я прям, ну, вот так прочувствовал этот момент, и вот мне очень понравилось, что ребятам это тоже важно. Ну и, по сути, получилось, что и я как-то в них втюрился сходу, скажем так. Ну, жаль, с результатом не получилось. Обидно, что мы проиграли. Не знаю. Хотелось бы, конечно, поиграть на сцене. До того, как я сюда пришел, мне было вообще все равно. Типа, проиграл и проиграл, но пришел сюда, увидел, как здесь атмосферненько, как команды выходили на сцену. Все это круто, прям аж мурашки по коже. И подумал, вот, блин, ну, надо было мне там сидеть. Я считаю, что таких проектов нужно выпускать побольше, поскольку только благодаря такому шоу люди могут увидеть, как все происходит вот со стороны. Я с удовольствием готов попробовать себя еще раз в роль наставника, но к следующему сезону я по-любому пересмотрю некоторые свои методы, поскольку далеко не все из них оказались эффективными, и нужно что-то менять. Хороший первый опыт, мне понравилось. Я думаю, что если... мы в таком ключе продолжим, и будут еще какие-то второй, третий сезон, тем не менее история продолжится, то в следующий раз можно сделать и все намного более масштабно, интересно, глобально, с большим количеством команд и участников, и я бы с удовольствием в этом поучаствовал сам. Многие друзья мне начали говорить, там, я смотрю, там вот это, как ты там живой, нет, терпишь, нет, как ты справляешься и так далее. Я так смотрю, взрослые мужики, типа, уже они, да, смотрят, переживают уже. Это здорово. Я не думал, что я, в принципе, буду так
переживать, там, сочувствовать, участвовать как-то в команде. Ну, это для меня для начала были малознакомые ребята. А потом ты как-то вливаешься в коллектив, они становятся твои, ты начинаешь переживать, и когда парень выбивается из струи, ты пытаешься ему помочь, а он это воспринимает какие-то штыки. Подбешивало немного, и да, в какой-то момент был почти нервный срыв. С учетом того, что и те, и другие очень мало тренировались перед этим турниром, сейчас может произойти все, что угодно. Так, и опять Ланай ловит в том же месте. Фервиан засловил его рядом. Рядом уже Тини. Есть АП. Есть АП от Дизраптора. Он будет помогать. Смотрим. ГВ по Ланая. Ну, это минус. Он ему не было смысла. Ой, минус Шрайн. Еще и минус Шрайн потратил прямо перед смертью. Но Монса будет убивать людей, если захочет. Монсу цепанули. Здесь нужен Дейл. Здесь очень-очень срочно. Вот он, Дейл. Проблемы огромные начинаются у скиллов. ДМ должен погибать. ДМ теряет свой Эгис. Фервиан тоже умирает. Ну и надо как-то сейчас попытаться все вместе убить ДМа. ДМ. А Доппельгангер, ну как он это сделал? Что это чит вообще? Да, и Огр побежал не с той стороны, не смог дать станчик. Отличная игра от Лансера. Единственный способ был выжить, и круто. Он его использовал. Да. Умнинает, немножко промедлил. Хотя, смотрим на Тинни, хватит ли урона. И Га тоже потрачено. Но это, кстати, не так уж плохо получается, потому что Омник сейчас минус Га, и все равно его могут убить. Летит помощь очень поздно, скидывает себя лоту с орбом. Все дебафы, но все равно хп заканчивается. И погибает минус Га. В этот момент выгрызается ДМ в Дисраптора. Минус Дисраптор. Слушай, надо ловить Огра. Надо это ловить конвейер. Огра в любом случае. Это реально тот самый православный конвейер смерти. И когда они его убьют, можно подумать по поводу захода на хайграунд, потому что крипчики там подтягиваются. Сливать хотел. Ну вот, вот он тот план, о котором мы говорили. Монса, но это минус должен быть Фервиан в любом случае. Никуда он не уйдет. Хотя прыжок Рейлгана. Фервиан пытается еще жить. Ну и ультимейт очень классный. Сейчас вот Дизраптор. Смотрим, ДМ переключается на Сида. Сид прячется, точнее прячут его в... Глиммер, ну и у ДМ огромные проблемы, потратил он на Доппельгангер и просто испепеляют соперника, ребята из СТГП. Очень хороший файт от них. Полетел Сворм, Сворм на ДМе, надо быстренько Сержуков сбить, прыгает, тем временем Рейлган цепляет, Монсу могут быть проблемы, Монса, Хиксе, будет ли сейв какой-то, Монса страдает очень сильно, есть сейв, Монса погибает. Байбека нет. Без байбека, ну как же так, слишком поздно. Слишком поздно, в итоге разбегаются просто ребята из скилл, цепляет что-то у шаман Дейла. Дейл, конечно, супер неприятно, он должен здесь погибнуть, хотя дерется как лев линый. До конца Дейл все-таки забирает с собой Тинника. Рейлган тоже страдает очень сильно. Два саппорта против одного саппорта и Рейлгана. Забрали одного и забрали второго. Уфир делает даблкил. Здесь все время ГКВ по Ланай пытается уйти от ДМа. ДМ будет идти до конца, должен играть до конца. Будет ли кто-то здесь помогать Ланай? Ланай, конечно, жирный, пытается как-то на пике уехать, пытается манси. Но есть и Дефюжал Блейд, и ДМ забирает Ланаю за мест продолжительностью в вечность. 4 в 3 он заканчивается. И пошла атака Монса с Аегисом. Летит видит. Уже Омни Найт. Будет атака на Омни Найта, да. Не идет. Успел убить крипа, он не успел убить крипа. И Тини подставляется. БКП вынужден включить. Здесь ТП-шта даже на Монсу. Пошло еще одно ГА. Не ожидали этого. Явно ребята из команды Скилл. Проблемы огромные. Рейлгана убили. Ну и трое сейчас в таверне. Придется сделать байбек. Да, Рейлган выкупается. Через 20 секунд появится два саппорта. В Т4. В Т4 надо бежать и в трон однозначно. Монса да пошел дамажить. Монса бьет Т4. Очень больно тавру. И надо забирать вторую вышку. Так, потрачен последний глиф. А мне на это у команды Скилл нет. И это проблема. Кулдаун, рефрешер, шарт. Да, кулдаун, рефрешер, шарт. Так оно и есть. Если у тебя два рефрешер шарта, все как Тини. Должно быть. Тини это... очень сильно пробивают. Тини падает, но есть байбек. Байбекается Тини. Лансер продолжает. Пытается выбраться как-то из этого сайленса. Лансер живет. Лансер все еще жив. Пытается трон, его добить. Трон. Просто Монса должен фокусить. Трон. Вот и не Шейклс. Монса пытается убить. Монса выживает. Монса и продолжает дамажить. Трон. Последний дэмэдж по трону залетает. Надо как-то отбиваться. Монса трон падает. Это фантастика. Божественный старт финала. Вот лучше реально быть не могло просто-напросто, как получилось здесь. Я болею за команду Skill. Плюс и СТКП нас выбили, поэтому не хочу за них болеть. Я болею за Монзу, потому что я ему проиграл. Он должен выиграть. Если он обыграл меня, он должен выиграть. Уже лайфстиллер ничего не может сделать Абадон. Да? Он умер. Через 3, 2, еще тычку. Нормально, отпился, хорош, ой-ой-ой, как же хорошо-то он все сделал. Тини будут атаковать его, удар от ДК, пошел стан, но инвиз, внезапный инвиз. Монса решил подраться, возвращается в таймлэп, здесь же Рейлган прыгает Ланая, Ланая бегает по макропире, ультапарично залетает по всем, очень больно, но дэмэджа не хватит, чтобы продолжить. Просто не хватит дэмэджа, наверное, чтобы продолжить. Рейлган полетел за Дейлом, Дейл пытается сделать тэп-аут, у него получится это. Да ладно, сгорел на базе.
Сгорел на работе. Сгорел на работе, да. Вивер забирает Аркан-руну. Это очень круто, потому что под Аркан-руну ой-ой-ой, его... Ой-ой-ой, как больно. ДМ, УДМ включает БКБ. ДМ на развороте. Проблемы у Уфира. Уфир пытается как-то поодиночке пожить. Включает Карапейс. Очень хорошо включает Карапейс. Он всех на этот Карапейс поймал, но это уже минус 3. И ГГВ Планая пытается убежать отсюда. Дейл ТП-аут. И Дейл на базе. Опять сгорел. Просто сгорел на работе второй раз. Дейл минус 4 в этой драке делают скиллы. Рейлган здесь должен погибать. Монса его не отпустит. Заслоил. Ману выжигает. Пак. Пошел ультапарата по всем. Хорошо. Ультапарата залетает. Фервина подбросили. Фервин тоже умрет здесь. Да, Фервин погибает, не успевая дать дум. И на ДМ, на хайграунд пойдет ли Монса. Монса пошел. Как они это делают? СТГП. Какую игру подряд? Алибарда. Вторую игру подряд мы видим. Ну нормально, нормально. Монса все-таки потанкует еще. Он не против по Т4 бежать. СНГшная дота в деле. Тушить по Т4 до конца. ДМ пытается убить. ДМ на форстафе. Неужели он уйдет? Да, он уходит. Он уходит, и он будет жив там. Эгис был потерян, но Монса добивает. Добивает у нас лайфстилера. Загоняет дальше. Боже, там Т3 стоит. Драка идет под фонтаном. Но они ее выигрывают. Жесть. О, ты смотри, Райлган приблизительно понимает, куда надо прыгать. Тут все в инвизе. Тут все в инвизе прыгают, цепляют Никса. Никс успеет ли что-то сделать? Нет, Никс ничего не успеет сделать. Никс пожил! Никс, да ладно, как же он живет? А очень долго еще пожил. Дум залетел в Монсу. Самая главная цель найдена. И Монсу должны убивать. Да, хорошо, Монсу за стан убили. Дальше надо месить. Фервиан. Фервиан отбегает из драки. Дейл включает ультимейт. Пилит Ланаю. Ланаю просветили. Медленно отходит, надо развернуться и драться. И понимает он, что эта драка односторонняя. И вряд ли мы здесь выжить. Хотя вместе с Дейлом можно жить, нужно жить. Но погибает он, Дейл. Без ультимейта минус 5 в исполнении скиллов. Смотрим, Operation идет первым. На развороте. ДК с дабл дэмэджем. Нужно бежать от ДК ДД. Что происходит? Драка разделяется на две части. Пытается цепануть Уфира. Тут же Монса. Подходит ГВ Влатая. Уфир, Уфир, Уфир. Да как же он выживает здесь? Забрали Рейлгана. А, ну и по айспату всей толпой. ДК с ДД. Как же он разваливает. Ой, как больно. Они все сейчас умрут. И последний остается... А Дейл, он пытается что-то сделать, но никто его не отпустит. Дабл дэмэдж, тимвайп, и надо идти и заканчивать эту игру прямо сейчас. Смотрим, все в инвизе, все в инвизе. Тини летает, дэм, на этот раз нет дабл дэмэджа. Тини тоже включает блокинг бар, начинает наваливать по Фервину. Фервин погибает, не успел дать дум, это довольно важный момент. А, ну и тут проблемы у Тиника. Тини раскрошили, Монса остается один, юзает ультимейт. Дейл тоже включает свой ультимейт, и это минус Монса. И его не будет вместе с Тини очень-очень долго. Ну и, по-моему, нужно эту игру прямо сейчас заканчивать. Good game! 1-1. Шикарная дота была. Ну и сценарий первой карты у нас не повторился, к счастью, конечно же, потому что два раза смотреть одну и ту же игру, это не всегда прикольно. Получились довольно сложные, эмоциональные длинные игры. Все идет не так, как я планировал, к минимуму, потому что я не очень хорошо себя чувствую. Допускаю гораздо больше ошибок, чем обычно. И плохо играю. Надо сейчас успокоиться, сосредоточиться и просто следить за своей игрой. Все далеко идет не по плану. У меня люди начинают нервничать, потому что играют на сцене, ошибаются. Первую игру должны были выигрывать, но сами отдали ее. Вторую там тоже было 50 на 50, но мы более лучше дрались как команда. Из-за этого победили. А так еще всего две игры прошло, там еще три игры впереди. Ну, две в минимум еще впереди. Стратегия, которую мы выбрали для себя, устраивает, но я постараюсь ее изменить в следующей игре. Немножко. Поглядим, Уфир, ой-ой-ой, подлагал Уфир, постоял немножко АФК, прячет себя, летит там миссл сейчас Первиана, ну, должны разменять Первиана на Уфира, хотя Уфир, еще два удара на Дрэльгану, вот он первый, и вот второй, все нормально, а Монсу убить, прекрасно. Ой-ой-ой. Монса тоже погибает, даблкил делает Дрэльган, и Сида тоже можно погнать. Под Маледиктом. Ну, забили на него. Полная доминация на линии, уже даже не пытаются что-то сделать, ДМ. Дэм правильно стоит в крипах, чтобы нельзя было закинуть стрелу, но прыгает под май. И Enchantress хил подключается, успевает сработать хил. Все-таки забирают несчастного вайпера. Однако Enchantress начинает раздавать. Ой, как неприятно. Enchantress приходит, забирает фраг, забирает ассист и становится еще опаснее теперь. Ну вот будет пытаться все-таки на этого вайпера выбежать. И ой-ой-ой, ну тут все, палится, знает все конкретно. Бить Вич Доктора отрезает. Еще и Шейкер всех наваливает уже по Миране. Вайпера пытается убить, вайпер жив. Ну тут без шансов. Тут без шансов, вайпера им не добить. Они потеряют, скорее всего, сейчас двух героев. Да, так оно и есть. И шикарно отыграли здесь скиллы. Браво.
Сид ворует, Сид прыгает, и Рошана забрали все-таки силы света, Сид ворует, Аегис, отличная игра, тут же его теряет, пошел замес, посмотрим, получится ли, на Сида забьют или будут пытаться все-таки подраться, да, забили на него, поубегали все, шикарно сыграно, молодец. Смог на смог сейчас, важнейший выход, видят все, Шейкер будет ли врываться, у него, кажется, нету ультимейта, да, моментально забирают Шадоу Демона, Монса как много урона получает и забирают его Сэнкинг. Ну, только-только Вич-Доктора потеряли, ультанул у нас там Сэнкинг, но Сэнкинга тут тоже убьют, и Дейла тоже убьют, это минус 4, только Мирана выживает. Очень много дэмэдж. Дабл дэмэдж? Не могут. Блейдмейл пошел, Блейдмейл весь дэмэдж, Шейкер прыгает в троих, очень хорошо у него все получилось, пошел Тезвар, Дейл пытается хоть что-то сделать, это уже минус 2, Фервиан до сих пор жив, его, может быть, добьет Хоминг Миссл, но хилит его Райлган, минус 3, байбэк делает Монса. Я не знаю, поможет ли это ему, потому что падает сторона. Шикарно сыграна контринициация от Фервиана. Просто великолепнейшая. Фервиан в этой катке развалил. Не Боженька. Только он, но Фервиан очень хорошо сыграл. Ну и, конечно, самая большая проблема изначально это вот эта Enchantress, которую отпустили и остановить не смогли. А то, что Вайпера гнобили, посмотрите, ему вообще все равно. Он купил Blade Mail Hood, все, ему достаточно. Ну что, поубивали еще раз всех после байбека. Good game, well played. 2-1, команда Skill выходит вперед в этом гранд-финале. Уфир, и проблемы огромные у Уфира, Дейл рядом, Уфир тут не должен, наверное, уходить. Стак один всего с него сбросили, пытается его как-то подрегенить Дейл, помочь. Дуэль, хорош, Дейл, красавчик, сейвит-то до конца, и забирает фраг, еще и выигрывает дуэль. Да, вот Дейл, Дейл молодец, сейчас погибнуть может. Да ладно. А Клоперк-то шестой. Есть хекс, но нет, тут Ланая никуда не уходит. А вот, кстати, можно разменять. Сид тоже должен погибать. ТП пытается сделать. И четвертая дуэлечка. Привет. Теперь проблемы огромные будут и у Бэтрайдера. Подспрятали. Сид погибает здесь. Но за Дейлом гнаться уже нет смысла, потому что падает с пинфордами. Не надо. Хотя Клокверк ворвался. Хорошо, один стрел левла Дейла зацепил. Это очень важный может быть фраг. Дейл понимает, что дуэль сейчас не стоит никуда давать. И ничего он тут не сделает. Хотя есть свап. Есть свап, он будет жить. Там бас стоит в драке. Очень хорошая может быть драка сейчас для СТГП. Что Рейлгана зажали. Сейвит его ХП на последний ХП. Ланаю убили. Мон задерется до конца. Он зажат между Когами, лесом. Расстреливает его. Уфира тоже расстреливает. И это 3-1 размен для команды. Скилл. Выход. Вайпер первый. Атака Вайпера. Пошла дуэль. Но Вайпер очень прочный. Тут же Клокверк залетает. И еще и подсейвили Вайпера. Ставятся змейки. Рядышком шрайн, который можно нажать. И нажимают его. Это скилл. Просто жесть. Это без казнь. Шанса. Это просто казнь. Это испепеление. Это Team Вайп. Дал минус армор. Хорошо. Клокверк врывается в Монсу. Коги ставит, отрезает его. Монса свапается туда. Рошана! Нет, не успели. Нет, не успели. Поздно. И они оказываются все. Закрытыми. Это могила. Это все. Могила команды СТГП. Да, в этом рушпите. Это финиш. Монса. Гасель на него. Прыжок. Ну, надо как-то засейвить Монсу. Но ой, баш, сразу же засейвишь. Проходит. Кто да. Тут тебе поможет? Никто тебе не поможет. И теперь нет его пресса атак. И Легионка не может прожать, скинуть себя масло, поднимают в Юл. И Легионка тоже вот и останется здесь. На Дейла тоже убивают. А тролль там еще и в зомби вгрызся. И съедает еще и зомби. Минус 3. Забрали зомби, забрали Аиги сыр. И сейчас появится. Ой-ой-ой, баш первого удара сходу просто! Выжил, конечно, да, Дэм мискликнул, ГГВП написал, мы прекрасно понимаем, тут Фервиан дальше погнал и просто душит соперника, Монза не выживает здесь ни в коем случае, Весель на нем висит, он пытается драться до конца, но хила, конечно, под Веселем никакого быть не может, Сид тоже погибает, прыгает Ланай, пытается кого-то забрать, Рейлгана хотя бы топить надо, топили Рейлгана в Коги, Фервиан закрывает всех, это похороны просто, поймали Ланаю и в соло его. Убивает, конечно, догорит Ланая, или, да, догорает Ланая, не успела добраться до базы, байбека у него нет, Сида очередной раз убивает, упала третья сторона, ГГВП, Скилл чемпион. Класс. Очень крутая игра, очень крутая серия. После того, как они обыграли ДВК и были очень недовольны своим выступлением в полуфинале, я думаю, это тот момент, как раз-таки, которого они ждали. Ну, мы проиграли, я считаю, закономерно, так как мы играли слабее. Ну, эмоции, скажем так, крайне негативные, ну, потому что ожидали большего от себя, к сожалению, показали хуже результат, чем мы ожидали. Сыграли хуже, были хуже во всех планах, вот и проиграли. Да не, мы раки. И они тоже, но мы хуже были. Пять сильных одиночек и выиграла
сплоченная команда. Плоды лени, я могу только так сказать. Потому что команда ленилась на протяжении 2 месяцев хотя бы чуть-чуть поиграть друг с другом и потренироваться, приложить хоть какие-то усилия, чтобы победить. Не играли в свою игру. Скилл просто играли так же, как они играли раньше. Вот абсолютно так же. Они просто не испугались сцены. У них был Фервиан, который лютый заводила, он инициатора всегда брал на себя, он врывался, давал моральной поддержки какой-то команде, и они следом за ним, как бравые солдаты какие-то, исполняя все приказы, просто выполнили свою миссию. Команда Feel the Skill, я попрошу вас, ребята, подойти сюда. Друзья, у меня в руках чека нет, и я очень попрошу выйти на эту сцену, вручить приз команде-победителю Академии киберспорта CityLink. Давайте встретим здесь, на сцене, генеральный менеджер команды Virtus.pro Роман Дворянкин. Рома держит в руках чек на 1 миллион рублей, и есть что сказать. Давай вместе этот чек подержим. На самом деле очень здорово то, что вы победили, потому что всем стало понятно, что медийка — это, конечно, важна. И тебя могут ждать игроки ВП там на... И они, кстати, реально ждали. Вопрос просто, какие игроки были. Это... Он просто играет с нашими игроками по составу по Paladins, вот, и поигрывает, так сказать, на досуге, вот. Но тебя могут ждать любые игроки, но в конце концов все решает скилл, и вы большие молодцы. Я, кстати, открою небольшой секрет. Я надеюсь, что партнеры меня, вот те люди, которые стоят за сценой, за это не потом, так сказать, погладят по головке, в общем. Ребят, в качестве одного из бонусов для вас будет персональная тренировочная сессия с игроками ВП, причем они будут максимально по-боевому настроены. Мы поговорим вот с партнером Димы по Нави Иваном Артстайл Антоновым, который только что выиграл саммит, чтобы он вам немножечко пару секретиков раскрыл, так что надеюсь, что это будет тоже по хорошим, приятным бонусам. Как бы в любом случае, вы большие молодцы, и я надеюсь, что то, что вы здесь себя проявили, если у вас будет желание дальше играть в Доту, то я абсолютно уверен, что такие команды, как Team Spirit, Double Dimension и прочие, с большим вниманием должны на вас посмотреть. А там, глядишь, и черно-желтые с черно-оранжевыми или красно-черно и прочими тоже заинтересуются. В общем, ребят, спасибо большое, вы большие молодцы, поздравляю. Ну и важный момент, конечно же, вручение главного приза команде Feel the Skill. Давайте поддержим, ребят! Как я говорил, и предикшены какие выставлял, 3-1, так и случилось. Причем я говорил, что, возможно, мы одну проиграем. Ну, и мы ее случайно проиграем. Мы знали, что они просто микс, который ничем не играет. Мы знаем абсолютно каждого из них и играли с абсолютно каждым из них. Играть было очень просто. Читали их, как другим. Приятно выиграть было. Да, я рад, что победили. Мы могли лучше сыграть, могли 3-0 закончить. Но вот перенервничать. Бывает. Ну и так сойдет. До матча, когда сюда летели, позавчера обсуждали, я говорил, что это будет очень короткий финал, это будет 3-0 для СТГП, вообще без проблем, выиграют они. У скиллов нет никаких шансов, но я недооценивал, очень сильно недооценивал скилл. А как оказалось, эти ребята умеют подходить к матчу супер ответственно. Скиллы большие-большие молодцы. Они очень круто поменяли свою игру по ходу финальной серии. А все-таки тот самый тильт Монсы оказался действительно решающим фактором. И, ну, на последней карте они просто не смогли пособираться. Скиллы огромные красавчики, и я реально получил удовольствие от финала. Классный был финал. И хафплейнер Ган очень сильно поднялся 2 месяца. Ну, очень сильный импрув, он красавчик. Он сделал наибольший вклад в игру, я думаю. Потому что с Рейлганом 2-месячной давности они бы точно не выиграли. Они мало банили героев нашего оффлейнера, что сыграло нам на руку. За эти месяцы Рейлган подрос. Я попросил его поиграть побольше. Обсуждал с ним много, помогал ему. Для него это был сложный турнир, потому что он не играл на таких ценах ничто. И он очень нервничал. И он справился хорошо. Роли саппортов и оффлейнеров, они не настолько раскручены, да, там не так много звезд, и поэтому, естественно, игроки туда не так сильно стремятся. Но я могу сказать, что, в принципе, все СНГ-команды сходятся на том, что нам очень сильно не хватает именно игроков на любую позицию, кроме мидера и керри.